В ходе проведения ОПМ «Стоп трафик» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции выявили 28 девушек, оказывающих интимные услуги и боди-массаж. Все они привлечены к ответственности по статьям 449-492. За сдачу в аренду жилого помещения для занятия проституцией понесли административное наказание и собственники жилья по статье 450. Они оштрафованы на сумму более 300 тысяч тенге. Департамент полиции Мангистауской области предупреждает индивидуальных предпринимателей, занимающихся арендой жилых помещений и риэлторские организации. Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством является административным правонарушением по статье 450 Административного кодекса Республики Казахстан, за которое налагается штраф в размере более 300 тысяч тенге.